Bye.
8 tiene demasiada profundidad. Cuando quiera, maestro. Bye.
Vamos a llevarlo así. De esta forma, vamos a hacer una salsa bonita de uno de los grandes del mundo, compositor y cantautores. Vamos a dedicarle este tema, Paulina Bózalo. ¡Katia! Felicidades por tu cumpleaños, vamos a pasarla bonita. Así que tú dices así, más como amigo. Oh,
estaba arriba. Ladies and gentlemen, Riviatas y Riviatos. Como dice el Che. Damas y camadas. Damas, everybody sing. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. ¡Tírala! Thank you.
Gracias, Maceo. Добрый вечер. Ну, это самое. Спасибо вам большое, что вы все приехали сегодня. Очень, на самом деле, все в зале близкие люди. Я всех знаю. Я сам лично всех приглашал. Может, кого-то не знаю, вы не описуете. В общем, это группа «Новое Карибское сообщество», укорочено «Дель Карибы». Спасибо, что вы приехали сегодня. Мы постараемся, вы знаете, это на сегодняшний день, к сожалению, правда, ну, это единственный коллектив, который очень, так сказать, широко представляет этот жанр в нашей стране. Поэтому мы, вы же видите, мы и Куантанамеро вам сыграли, мы и сыграли там разные кубинские стили в этом жанре. Мы еще сыграем очень много всего в формате этого клуба. Мы сыграем несколько джазовых вещей. Так что, ну, джазовые вещи, в смысле кубинского джаза. Поэтому вы получите удовольствие, я уверен. Ну, вы не забывайте только аплодировать нам. Еще у нас есть небольшой сюрприз. Вот у нас есть наш друг Марк Юсин. Он с нами споет одну песню. Леша, спасибо, что ты приехал сегодня, дорогой.
Ну, это римское сообщество. Давайте аплодируем всем ребятам, они шикарные. Айдаман. Вау. Pero qué rico. Cuñá, vamos a pasarla bien. Tranquila, que lo estoy viendo por ahí. Esto es, vamos a hacer un tema ahora de popularísimo allá, por Cuba y en el mundo. Fue cantado por la señora Celia Cruz y por el gran Oscar de León. Esto dice así, cuando quiera, maestro. Yeah.
спасибо. Самуевали. Ahí nomás. Esto dice.
Thank you.
Гасаин Масео, Гавана, Куба. Sí, mi amor, ¿cómo? Thank you.
Ahí no va.
Сидят все музыканты, артисты, поэтому, как один наш товарищ говорит, что аплодисменты для музыкантов и для артистов — это как пакет витаминов. Да, так что вы не скупитесь, и мы потом поймем, что надо или не надо, вы понимаете, да? Thank you.
Хендерсон, Павло Месса и мистер Милин, самый главный. Эдуардо Брэд. Спасибо! И самое красивое, год назад все были влюблены, теперь мы как бы самое. Теперь мы в классе. Роза Ибис. И я, Гена Гевоко. А ты, мэрмано, Вена. Вена. Вам понравилось, да? Ну, приходите еще. Приходите. Спасибо большое.